Приветствую подписчиков и гостей своего канала. Я вернулся на ту свалку, на которую как-то не доделал работу. Это у нас остались вот такие вот плиты бетонные. Ну, у нас тогда сломалась кувалда. Кстати, сегодня я взял свою вот эту вот старушку. Проблема в прошлом ролике была в том, что я ее просто-напросто не замочил, и поэтому она часто выскакивала. Мне писали, чтобы я полностью заменил, что кувалда вообще негодная, но я все еще считаю, что кувалда работоспособная, так что буду продолжать работу. Если все эти бетонные плиты раскрошим, то значит кувалда вполне такая нормальная, так что работать ей еще можно. Я хорошенько размочил ручку и сейчас будем проверять. Кстати, вот эта вот плита тоже содержит гладкую арматуру. Мы ее сейчас попробуем вытащить. С этой большой плиты, походу, все вытащил. Там была вот эта вот арматура. Больше ничего нету. Эта плита продолжается в ту сторону. Там вижу две арматуры. И это наша цель. Ну что ж, эта плита начинает постепенно поддаваться. Еще немного ударов, и она вся расколется. Надеюсь, что арматуру мы вытащим.
сейчас получилось полностью выбить. Вот она вот так вот тянется, уходит в ту сторону, тут держится. По-моему, держится где-то вот здесь. Вон вроде, да, вон там заканчивается. И еще вот тут. Хотя тут тоже уходит туда, в глубину, так что работа продолжается. Тут, конечно, стоять не очень удобно. Вторая попытка. Готово. Обнаружил то место, где заканчивается вторая арматура. Первую мы вытащили. Так, это одна плита. И вот тут, кажись, вторая. Так что у нас осталось всего-навсего разбить две плиты. Так что работа уже на финише. Еще немного усилий. Вот она, последняя плита. Сейчас ее попробую чуть-чуть вытянуть. Теперь разобьем ее. Кажись, все. С гладкой проволокой мы закончили. Ее больше тут не осталось, поэтому можно идти домой. Хорошо, что мы доделали все это дело. Вот такой получился результат. Тут я пока не знаю сколько, но дома это взвесим. Ну и наша старая добрая кувалда, которая сегодня отработала на 5 с плюсом, так что я думаю, все нормально. Едем домой. У меня здесь есть находочка. Это одна алюминиевая банка. Но это еще не все. Есть кое-что еще. Вот тут лежит какой-то толстый провод. Не знаю, что он. Какой-то непонятный. По-моему, это все электротех. Очень классная находка. Сейчас вот я покажу, какой он длину. Вот такой вот длинный провод. Также я заметил еще кое-что. Это кто-то выбросил давленные алюминиевые банки. Посмотрите, грамотно их сплющили. И нам остается это дело только забрать. Классно. Сейчас иду на обратном пути со свалки. И посмотрите, мне подвернулась удача. Кто-то за ворота выставил телевизор. Вот он. И он весь, похоже, что в птичьем помете.
вот тут вижу проводок, так что я думаю, что телевизор все-таки цельный, медь в нем есть, не выпотрошенные, поэтому сейчас загружу его в тележку, заберем домой, и мы будем снова с медью. Это супер, просто класс. Дорогие друзья, сегодня просто праздничный день, потому что как только я загрузил тот телевизор и потом проехал, ну, буквально, наверное, одну улицу, то обнаружил второй. Вот он лежит. Конечно, там отсюда не видно, что есть медь, но мне видно, что она все-таки присутствует. Это телевизор марки Samsung, ну и как тот первый. На нем все на месте. Не знаю, за раз мне никогда не попадались два телевизора, поэтому это у нас вообще прекрасный результат. Загружаем его в тележку, везем вместе с тем первым телевизором. Надеюсь, все это увезу, потому что все-таки два телевизора будет тяжеловато, но попробую это сделать. На дорожке кто-то буквально выпил пиво и оставили баночки, целые 4 штуки. Заберем вместе с пакетом. Со всеми отменными находками я приехал домой. Сейчас начинаю все перебирать. Это вот алюминий электротех, и при том уж очень такой толстый. Сейчас постараемся его как-то добыть. Ну, я для этого взял рельсу. Думаю, что отобьем молотком, и она должна после этого легко вытащиться. Работа по снятию изоляции закончена. Все-таки молотком очень эффективно снимать разные такие вот виды изоляции. Но это толстая. Такая вот получилась кучка хлама. Изоляция на вес вообще легкая. Я думал сначала, что она будет немного потяжелее, но нет. Так что у нас алюминия, значит, будет по весу хорошо. И вот сейчас мы его взвесим. Вот такая получилась прекрасная связочка. Толстая. Такой алюминий давненько не попадался. И это очень радует. Вес чувствуется. И сейчас узнаем поточнее. 460 грамм. Практически полкилограмма. Лежала буквально на обочине. Ребята, это черный металл, что я добыл на свалке. Конечно, не сильно много, но мы туда ходили, чтобы забрать те остатки, которые не выбили в первый раз. И поэтому вот такое количество. Черный металл у нас сейчас стоит 100 тенге за килограмм. Даже с небольшого количества можно сделать хорошую сумму. Все пойдет в копилку. Давайте посмотрим, сколько чермета. Вроде бы стоит ровно, и получается 2 килограмма 965 грамм. С этого можно выручить 300 тенге. Кстати, кувалда показала себя вполне работоспособной. Мне писали в комментариях, чтобы я приварил к ней железную ручку, но этого делать я вообще не буду, так как железная ручка будет давать сильные вибрации, и это потом будет сказываться на руках. Не хотелось бы в молодом возрасте заболеть артритом, и поэтому
лучше все-таки деревянные ручки, ничего нету. Поэтому будем ставить нормальные черенки и кувалдой все так же продолжать пользоваться. Так что продолжение поисков с нашей кувалдочкой будет. Уважаемые друзья, это джекпот данного поиска. Два найденных телевизора. Оба фирмы Samsung. Вот такой вот. И вот этот вот весь, то ли в курином или каком-то другом птичьем помете. Давайте будем их разбирать. В первую очередь, наверное, разберем вот этот. Так что сейчас начинаем работать. Вот я его уже перевернул. Можете посмотреть все характеристики. Made in Korea. Вот эти вот места, где откручивать саморезы, все забилось. Сейчас попробую как-то открутить. И потом будем смотреть, какая медь находится внутри. Немного почистил, и вон там видно саморез. Все готово. Мне тоже очень интересно туда заглянуть. Смотрим. Вот тут красавица медь. Катушечка, есть еще петля. Петля тоже пока загадка, что там за металл. Будем сейчас выяснять в процессе разбора. Динамики мы их снимем. Все полностью показывать не буду. Сейчас его зачистю, потом закрою крышку. Кинескоп нам вообще не нужен, разбивать мы его не будем. Когда все это зачищу, то закручу все и в таком виде отнесу на мусорку. Думаю, самый такой приемлемый вариант. Первый Samsung, который был в помете, я его выпотрошил, закрутил весь этот кинескоп. И сейчас вот проверяю, есть ли тут медь. В общем, медь вот здесь. И еще проверил петлю где-то вот здесь. Сейчас покажу. Вот если вам видно, то тут находится стопроцентная медь. Поэтому медь есть и в петле, и в катушке. Это очень хорошо. Работаем дальше. Очередь дошла до второго телевизора Samsung. Вот все характеристики. Все так же сейчас откручу. Посмотрим, что внутри. Отсюда не видно. Тут тоже все открутил. Вуаля! В этом телевизоре все намного почище. Медяха чистая. Петля такая вот тонкая. Кстати, когда она вот такая вот совсем тонкая, то процентов 80 или 90 она медная. Так что, возможно, мы все-таки снова с медью. Ну, также все с ним заканчиваю, потом перебираю платы, подведем итоги.
Кроме двух телевизоров удалось найти кое-какие другие находки. Это тот первый алюминиевый кабель, который сразу мы расчистили. Ну и есть вот такой второй. Но это оставим на более поздние разборы. Потом зачистим. Также я нашел алюминиевые банки. Чуть более по китайской сумке. Все готово к взвешиванию. Сейчас посмотрим, сколько банок будет. 2 килограмма 270 грамм. Ну, ровно 2 килограмма алюминиевых банок тут есть. А теперь будем подводить итоги по разборке двух телевизоров. Вот столько черного металла. Разная мелочевка. Вот эти катушки будем обжигать, потому что их чистить вручную не совсем так прям и удобно. Обгорит, и все это быстренько зачистим. Алюминий в виде радиаторов. Даже есть вот такой вот с какими-то иероглифами. Ну, снял все динамики. И вот столько проводов. Это у нас пойдет на обжигание. Вот мы с вами и добрались до плат. Эти платы полностью зачищены. Я оттуда убрал все лишнее. Их можно хоть прямо сейчас нести в пункт приема плат. Давайте взвесим первую. Ровно 500 грамм. Сейчас посмотрим, сколько будет со второй. 1 килограмм 80 грамм. Это отправится в копилку к бытовым платам. Вот такая порция меди была извлечена из двух телевизоров. Я еще не взвешивал, и мне очень интересно узнать, сколько же тут будет. Скажу честно, находить медь в боевых условиях очень приятно. Думал сначала, что принесу только черный металл, но оказалось, что медь нам тоже попалась, поэтому сегодня супер поиск. Давайте ее будем взвешивать. Начинаем ложить. Тут, правда, есть еще и луженая медь, но это все пойдет все равно в общак. 100 грамм, 145, будем ложить по чуть-чуть, кайфуя, 230, 295, 365. $435, немного фольги, это вот медь с петель, $525, смотрим, делаем ставки, ровно 600 грамм, это даже больше, чем в прошлом ролике, так что у нас сегодня бомбический результат. Огромнейшее спасибо всем за просмотр. Если вам понравились такие поиски на свалке и сборы меди, ставьте лайки, ну или дизлайки. Подписывайтесь на канал, так как впереди будут новые сборы и поиски меди. Мы все еще не собрали 100 килограмм, и поэтому будем добивать эту цифру. В общем, дальше интереснее. Всем пока, до новых видео!